Друзья, здравствуйте. Идем к самой злой львице. Посмотреть, как она поживает. Так. О, мы пришли, а ее нет. Есть самый красивый пупсик, да? Есть самый красивый пупсик. А где твоя вот эта вот, которая всех порвала? Куда делась? Ты ее дома закрыл? Да? Ты ее дома закрыл? Или она от тебя ушла, потому что ты бесишь? Ага. Пойдемте посмотрим. Ой, а там игрушки, малыши. С мамочками. Смотрите. Ой, мамки играют с детками. Это здорово. Так, так, так. Давайте подсмотрим. Давайте подсмотрим. Ой, какие хорошие. Уже большие дети. Отрабатывают приемчики. Ой. Кто это? Это ты? Или это не ты? Не злишься? Нет? Нет? Узнала? Не будешь злюкаться? Посмотри, там детки. Они молочко подъедают, что ли? Ну, не злись, не злись. Хорошо? Мы уже с тобой знакомы. Ой, ну что? Очень приятно. Хотелось бы посмотреть на деток. Да тебя снимать? Тебя снимать? Ну не уходи тогда. Не уходи тогда. Ложись красиво. Да. Пушинка такая. Тоже мохнатенькая. Там детки. И мамка, я хочу к ним подойти. А ты за мной теперь, да? Что, тебя снимать? Ты теперь не злишься? Мамочка остановилась. Бежит красоточка. Ты красотка, ты красотка. Сразу подбежала. Ух, какая резкая. Знаем мы вас. Да тебя буду снимать. Ладно, не злись. Буду тебя снимать. Хорошо. Иди к своему ухажеру, пойдемте. Пришла, пришла. Твой красивый. Мы на него полюбовались. Да, полюбовались. Но нечего было в домике сидеть. Надо было выходить. А я пойду от тебя тогда. Другой хорошей львице, которая не злится. Которая с детишками. Вот она.